Людям іноді не вистачає підтримки або ось того прекрасного золотого пендаля, який допомагає людям, знаєте, підкорювати світ. Так от сьогодні день наставника, і ми поговоримо про наставників. Так, і сьогодні в нашу ранкову студію завітав наш ранковий гість Роман Кіріченко, коуч. І сьогодні ми взагалі дізнаємося, навіщо нам наставник, чи потрібен він нам у сьогоденні, і як, наприклад, можна ним стати. Доброго ранку. Доброго утра. Доброго ранку. Вітаємо з професійним святом. Все-таки благодарю. Це світній день наставника. І знаєте, перше запитання про те, що зараз це досить стало реально популярним. Чи раніше ви спостерігали за тим, що людям потрібен був наставник? І, можливо, це не було як зараз, що там якийсь тренер, а, можливо, це міг бути взагалі, не знаю, представник якоїсь іншої сфери і вчитель? Предлагаю начать с того, что каждому человеку на определенном этапе его жизни необходима какая-то поддержка, то ли профессиональная, то ли психологическая. Вот. И по своему опыту, я уже больше 6 лет занимаюсь коучингом и работаю с бизнесменами, вот каждому человеку важно вот посмотреть как минимум под другим углом на какие-то свои вопросы, на какие-то моменты, когда он уперся и не может двигаться дальше, как будто все в порядке, но что-то мешает двигаться. И человек часто сам не может увидеть, в чем причина. Так вот здесь помогает коуч или психолог, или наставник. И важно разграничивать эти понятия, потому что наставник — это человек, который уже прошел какой-то определенный путь и может подсказать, как его пройти. Коуч, он помогает работать с внутренними вопросами, с убеждениями, страхами, волнениями и прочие моменты. Поэтому я считаю, что такой человек важен каждому, и всегда есть вопросы внутренние, над которыми можно поработать. Но есть также очень важный момент, чтобы не перекладывать ответственность на этого человека за свою жизнь. Ну, це, ти знаєш, досить таки важливий момент, тому що люди як звикли? Щось не вдалося, так винен не я, а той. Вот это основная проблема, да. Так, тут, знаєш, тепер хочеться от більш до суб'єктивного звернутися. От, в який момент людині варто замислитися, що їй потрібен наставник? Вы знаете, на практике это происходит тогда, когда человек уже припекло вот так уже плохо, что уже сам не понимает, что делать. Но это особенности нашего менталитета, потому что мы долго привыкали, вот сейчас только начинается вот эта волна, что нормально работать там с психологом, с коучем, разбираться со своими вопросами. Вот. И люди раньше приходили, вот уже допекло, и мы разгребаем вот горящие вопросы, когда человек уже, он чуть ли не готов все бросить. Вот. Но по факту каждому человеку всегда есть над чем поработать. Как только человек хочет расти выше, быстрее, развиваться, ему можно уже идти или к наставнику там по своей сфере вот деятельности, если он хочет расти профессионально или в бизнес-сфере, вот, или если он хочет расти внутренне и, соответственно, прорабатывать свои страхи, достигать быстрее новых целей, расти, масштабироваться, то ему можно уже сразу идти к коучу или к психологу, потому что всегда найдутся вопросы, которые можно проработать и благодаря которым можно вырасти. Розумієш, я у нас у всех одна така тенденція, ми ніколи нічого не робимо вчасно. Оце, що стосується, або от найголовніше, согласен, внутрішнього стану, знаєш, там завжди відкладаємо до сприятливого якогось часу. От скажи, як побороти ось це, щоб от, якщо припекло, то вже кинути все і піти куди потрібно, вирішити це? Я скажу, что вот как раз не надо ждать, пока припечет, потому что когда припекло, уже часто бывает поздно, потому что человек приходит, у меня с работой проблемы, у меня с семьей проблемы, мне вообще плохо, я ничего не хочу. То есть это уже начались последствия, которые можно было предотвратить, если просто вот первые какие-то волнения там, или сомнения, или что-то вот появилось, и тогда сходить как на профилактику. Профилактика всегда дороже лечения, дешевле точнее. Вот. И, соответственно, вот это оттягивание, оно происходит потому, что это важно, но не срочно. Понимаете, срочно сейчас там заработать больше денег, иногда срочно машину новую купить, потому что так хочется, но прямо же не могу. Понимаете, но важные вопросы, они оттягиваются, потому что они не имеют вот такой вот острой точечной боли сразу. Понимаете, а когда она уже настает, то нужно сначала разгрести вот этот завал проблем, который появился, а потом мы только доходим до причин, в спокойном состоянии убираем то, что приводит к этим вещам. Поэтому просто нужно, если чувствуете хотя бы легкий дискомфорт, ну, обратитесь на одну сессию, сходите и проконсультируйтесь. И будет счастье. И как минимум вы поймете, что происходит внутри, да, а дальше решите. А ось у мене це запитання. Ви сказали, що працюєте з бізнесменами, правильно? А ось взагалі в яких сферах є коучі і хто вони ось такі? Ну, наприклад, якщо я розумію, що бізнесмен, підприємець, тобто він спеціаліст в цій сфері, до кого вони звертаються? Тобто ви як коуч, ви психолог, чи ви також бізнесмен і спеціаліст в цій сфері? Это важный вопрос, и
важно понимать, что коуч не должен разбираться в той сфере, в которой он работает. Ну, прям на 100%. То есть я в бизнесе понимаю, я разговариваю на ихнем языке, я понимаю, что они мне говорят, что означают эти слова. Вот. Но я не стремлюсь там изучить детально каждый бизнес, потому что у меня замылится взгляд, и я не смогу посмотреть со стороны. Это первый момент. Второй момент, как правило, человек может прийти и сказать, я хочу увеличить оборот там, на 10 миллионов долларов там, в год. Но минут через 15 мы уже начинаем разговаривать про какие-то определенные внутренние вопросы, которые ему мешают, собственно говоря, к этому прийти. Это, вы не поверите, но банально может быть страх успеха. То есть человек переживает, что у него произойдет это все, и он лишится возможности там, постоянно работать, допустим. Вот. А человеку надо быть занятым, потому что у него убеждение, что если он не занят, то он упускает возможности. Если он упускает возможности, то он там, плохой или еще... Куча разных установок может быть там из детства или приобретенных в процессе жизни. Вот. И когда человек убирает вот эти внутренние напряжения, у него они уходят, мы их прорабатываем. Человек просто спокойно начинает делать. И я вам скажу даже так, что когда он это прорабатывает, он понимает, что он давно уже знал, что ему нужно сделать, чтобы прийти к этой цели. Но просто вот эти внутренние блоки не давали ему это сделать. Вот. Поэтому не обязательно быть бизнесменом, чтобы работать с бизнесменами. Вот. Важно просто... понимать, що ти зможеш допомогти чоловіку. А от просто, ну, ми розуміємо, окей, сфера бізнесменів, там потрібен коуч. А яких ще сферах звертаються до коучів? В абсолютно любых. Все, что касается жизни человека, в принципе, лайфстайл, отношения, здоровье, условно говоря. Сейчас очень много появилось разных коучей с разными направлениями, но на своей практике я могу сказать, что человек, если он приходит, и мы решаем его вопрос, вот именно глубинные причины, которые мешают ему жить так, как он хочет, то у него как-то вот все начинает становиться на место, он начинает нормально питаться, он начинает делать те действия, которые хочет делать, а не которые там нужно делать, потому что нужно кому-то угодить условно, понимаете? И когда человек действует из своих желаний, никто не хочет себе в итоге вредить, каждый хочет счастья, понимаете? Вот, вот тут, ты знаешь, класно, що ти молодець. От вели до цієї теми, і тут є така штука. От віриш ти це чи ні? Є певні комплекси у людини, які не можна взагалі трогати. Ну от просто від слова зовсім. Ну, це, наприклад, дивись, у людини був там комплекс з дитинства, що він живе в бідній сім'ї, зараз він мільйонер, і цей комплекс йому допомагає ще більше і більше працювати. І питання в тому, що от чи наставник, чи коуч, він може обійти цей комплекс, щоб не зашкодити подальшому розвитку його? Вот здесь очень, это очень классный вопрос, и это очень тонкий момент. Почему? Потому что в своей работе я иду за клиентом. То есть у человека есть запрос, он хочет решить какой-то вопрос. И мы, решая этот вопрос, как бы улучшаем его жизнь. И вот эта тема, которую вы озвучили, она не поднимется до того момента, пока не будет человек готов ее прорабатывать. А когда эта тема уже всплывает, и мы к ней приходим, мы аккуратно ее с разных сторон смотрим, и человек, ну, во-первых, и морально готовится, и внутренне он уже где-то понимает, что готов как бы меняться, потому что он понимает, он осознает, что, ага, я двигался, исходя из травмы, мне надо было доказать там через напряжение все, но сейчас я хочу выдохнуть и делать в удовольствие. То есть это его решение. И тут моя задача просто аккуратно помочь ему справиться с вот этим вот, знаете, как со сменой фундамента. То есть несущая конструкция его жизни аккуратно заменить то, что его не устраивало, на то, что ему будет приносить удовольствие. Вот. Но делает человек это внутренне самостоятельно, я его сопровождаю, поддерживаю вот, и помогаю вот, решить и эти вопросы. И тут важливый момент в том, что от мы звикли, є психотерапевт, психолог, коуч, бізнес-тренер. Але ж по факту це виявляється той самий психотерапевт. Чи все-таки є різниця якась? Тут є тонка грань. Почему? Потому что психотерапевт, он работает с очень серьезными травмами. То есть если ко мне человек, там, допустим, придет, его будет трусить, когда мы прикоснемся к какому-то вопросу, но вообще ни в какую, вот сожмется, перепугается, вот тут вот нужен психотерапевт. То есть плавно, постепенно проработать вот эту травму, потому что она очень болючая, понимаете? Если человек спокоен, он готов туда двигаться, я спокойно с ним поработаю, спокойно мы этот вопрос решим и даже, возможно, быстрее решим, потому
потому что мы целенаправленно действуем. Психотерапевт, он аккуратно, грубо говоря, психотерапевт восстанавливает чувственные отношения человека с миром, вот если очень сильно человек был травмирован в какой-то момент. А ось коуч і все ж таки наставник, вони якби повертають мотивацію в роботі, як я розумію, правильно? Це теж два різних направлення, тому що наставник говорить, що робити, а я, як коуч, я не говорю, що робити. Я допомагаю чоловіку знайти либо в собі відповідь, тому що по-любому кожен чоловік знає відповіді на важливі для себе питання. От просто некі ці бар'єри, страхи, сумніви мішають йому їх побачити. Відповідно, я допомагаю убрати ці бар'єри і потом человек начинает смотреть, когда, ну, грубо говоря, тучи рассеиваются, у него ясность появляется. Mm-hmm. Так тут же все понятно, мне просто надо вот это, вот это, вот это сделать. А ще такий момент, все ж таки, я знаю, ну, наприклад, не коуч, не наставник, а от є такі мотиватори, знаєте, люди, ти на них дивишся, ти за ними якось тягнешся, починаєш наслідувати ось якісь там моменти, навіть можеш з ними проговорити про якісь свої незрозумілі точки. І от питання все ж таки, мотиватор, я розумію, це людина, яка проходить сама шлях, і потім за неї тягнуться. Якщо коуч і наставник, то це виходить, потрібно цьому вчитися, чи якось це до цієї спеціальності, до цього статусу прийти? Є таке мнення, що в допомагаючі професії люди приходять із-за своїх якихось травм. Тобто я 10 років йшов до того, щоб бути коучем, не ціленаправлено, тому що я чувствував. Я не понимаю, чем я хочу заниматься. У меня было 10 разных бизнесов до этого. А потом я понял, что всегда я взаимодействовал с людьми, всегда как-то ко мне обращались. И оно гармонично просто переросло все в мою нынешнюю деятельность. Конечно, я постоянно обучаюсь, я сертифицировался, прошел очень много обучений, продолжаю обучаться. Вот. Но здесь вот маленький момент. И вот к мотивации отношусь очень осторожно. Почему? Потому что у людей может быть такой момент, что они вот на волне эйфории, там, да, вот там мне вот так вот надо, так. Вот все, жизнь не будет прежней, я творец и все такое. Потом через неделю этот творец приходит ко мне, потому что ничего не поменялось, мы работаем с его разочарованием, потому что у него создались очень сильные ожидания. В итоге он ушел в большой плюс, потом сильно ляпнулся об землю, потому что понял, что он-то вроде творец своей жизни, но как-то жизнь не меняется. Это очень, ну, бьет. Ей обставины есть, правильно? Да, да, да. Потому что как бы нужно работать не только над тем, чтобы у тебя энергия зашкаливала. Наоборот, на зашкаливающей энергии далеко не уедешь, потому что это энергозатратный процесс. И тогда человек начинает работать с внутренними барьерами. А что же мне все-таки мешает получить то, что я хочу? И вот здесь вот действительно начинается работа. Вот, постепенная, но фундаментальная. Вот так вот. Поэтому я не против мотивации, но важно, чтобы каждый человек отслеживал у себя вот этот момент, где ему достаточно, вот он уже накачался, теперь надо все-таки действовать. А вот мне хочется от с психологической точки зору от дізнатися твою думку с приводу, от якщо людина вибирає наставника, є два варіанти. Перший, який каже, от що потрібно робити, типу з власного досвіду, а другий натякає, якось, знаєш, змушує людину саму приймати рішення, якісь брати на себе відповідальність, завдяки, звісно, також в власному досвіду. Який варіант кращий? Я скажу, что нет лучшего варианта. Почему? Потому что на каждом этапе жизни человека ему там нужны свои уроки, получается. То есть кто-то наткнется на человека, который будет ему рассказывать, что делать, потом в определенный момент человек поймет, что я просто все в это время шел и делал не то, что я хотел и чувствовал, а то, что мне говорили. Я уперся сейчас в какую-то эмоциональную там яму, и вот теперь с этим мне надо работать. Это будет хороший урок, что человек наконец-то начнет слушать себя. Вот, возможно, кому-то наоборот помогут советы, и человек вырастет, потому что человек даст систему, допустим, как выстроить, там, я не знаю, условно, отдел продаж. Вот так, 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 правильно, все, и человек вырастет в бизнесе. Кто-то поможет, кому-то поможет, когда ему намекают, кто-то, наоборот, от этого будет терять. Поэтому важно, вот, чтобы каждый человек прислушивался все-таки к себе и смотрел на человека, с которым он будет взаимодействовать. Потому что первоочередную важность имеет то, есть ли вот какой-то контакт, связь. Потому что если у меня с человеком, который пришел и хочет со мной поработать, нет вот этой вот связи, я не чувствую, что вот как-то, ну, получится у нас работа, я просто лучше скажу, что, ну, давайте я кого-то порекомендую, и, ну, мы не сможем работать. Вот. Вот это важный момент. То есть заходит ли человек, устраивает ли его как бы опыт, который у него был, если мы говорим про наставника, вот, и дальше уже какие-то точечные вопросы, которые интересуют лично человека. Ты знаешь, так прекрасно, ты нам дал от чіткую инструкцию, как правильно обрати наставника, и мы за це тобі дякуємо. Пожалуйста. Дякую, що ранок почав у нашій компанії. І ми вам
сподіваємося, що ми змогли спростувати якісь міфи стосовно того, а хто ж взагалі ці коучі наставники, чому я маю до них звертатись. Я вам дякую за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на канал «Правда тут», тому що матеріалу там багато. А ще буде приємніше, якщо ви залишите свій коментар і скажете, що вам подобається, чого вам хотілося ще дізнатися у нашому ранковому ефірі. Скоро зустрінемося.